Приветствую вас снова. Приключения Джун. Чисто случайно. Ну, как, не знаю, наверное, все-таки не случайно. В общем, дали мне энергии за то, что я не стал проходить Тайны века, или как там назывался этот квест, который можно было проходить вместе с командой своей. И это нужны были зеленые жетоны. Короче, эти жетоны обменяли на энергию, и пользуясь моментом, случаем, попробую пройти еще два, взять две, четыре улики, две сцены, а потом пойду проходить, собирать еще по четыре звезды. И тогда на финале встретимся. Мы добрались до прачечной, зайдя внутрь, мы закрыли собой дверь. Так, это они этого агента, шпиона российского уволокли в подсобное помещение отеля. Что там в чемоданчике? Давайте искать булавки всякие, наперстки. Интересно. Таня, как называется-то? Как это называется? Помещение, где шьют. Для нужд предприятия ножницы, вот они ножницы, ваза, булавку так и осталось неизвестно где. Хорошо прорисовали. Ты представляешь себе все элементы сцены такие. Тут прорисовано, сколько тогда весит сама сцена. Я думаю, почему эта сделка не состоялась. Хотя они намного позже должны были приехать. Напомню, они, короче, приехали, мать, с матерью попрощаться, так как сказал врач, что ее она скоро это того не станет ее. Она оказалась агентом под прикрытием, работающая, ну, ставшая работать на Интерпол. Теперь ей надо бабушке вот этой поймать свою подельницу бывшую, чтобы уйти на покой, чтобы с нее все обвинения сняли. Соответственно, эта подельница должна была продать русским список агентов Интерпола. Тут дело такой национальной важности, как у нас сразу патриотизм повысился, и, собственно, вся семейка Паркеров встала на борьбу с иноземной угрозой. Ну и счет, я ж нажал на шарф. Пушка разбилась. Так.
Такой фильм для настроения. Какой-то уж на сарафан похож. Да, что-то напридумали, зачем здесь замок навесной? Куда они его сунули? Вижу только разводной ключ. А вот он навесной. Это шнурок. Это канистра, как-то она слишком картонно выглядит. Так, портрет. Кто же это, кем она приходится? Да, раньше так на таких досках стирают водосток. Так, как понять водосток? Что есть водосток? Куда что стекает? А, вот он как. Странно. Уж не в ванне нахожусь. Так а ты куда? Когда собрался? Поле? Так, не видать. Идеально, не идеально. Наконец-то идеально. Так, как хорошо, так, ну что. Ну, я ж нажал верно. Еще что-то добавилось. Всякого мусора.
Что-то смешалось машины масса так тобой стремянка да так. Теперь я буду знать как нажимать раскладной стул хотя раскладной стул немного другой иначе выглядит. Так, смертные ленты он меня запутал. Ну, прям это не трости добавлять. Да что ты? Сегодня точно я его разгрохал. Уже падал с утра. Недобит. Это ты недобит. Да что ты, вот совсем чуть-чуть не мог клиент признать, что я все-таки попал. Так, уже все-таки не зря. И код не зря. Все складывается в картину такую обширную. Чем живут люди? Чем живут люди? Дайте пишут сочинение в школе на уроках литературы там или русского и описывают картины. Тут и по этой картине можно было придумать, чего тут происходит без нашего участия, что происходило до и что произойдет. После. Давно я смотрю на кепку. Часы тоже давно заметил. Ну что ты? Вчера смотрел видео от одного деда, говорит, надо зарядку голова сделать, чтобы не приходилось носить очки. И вот, мол, какие-то упражнения развивают. Так. В общем, как называть-то, что они действуют на хрустале, и поэтому лучше фокусируются, и человек лучше видит. Ну вот, пытаюсь я сейчас
сделать подобное, не шевеля головой, а крутя глазами. Не получается. Ага, уже не значит. Как-то разговорить все, что мы знали о нем, но тут как будто что верить своей жене. Хе-хе-хе. Запугать жену. Носовой платок. Что же? Ага. Мы расскажем все жене, что кто-то тебе оставил поцелуй. Да. На платке. Инстра. Красные нитки. Отдали бы кошки. Если напялил очки, значит все можно. Так. Кусачки. Ну, логично. Можно было подумать, что они рядом с этой разноской. Чиф его по почте и увидев следы водопада другой женщины. Рояль, значит, звучи, звучи, где же ты, где же ты, где же нам рояль найти? Так, теперь перейдем, значит, там осталось что-то 4-8 минут, но это не утешает. Восемь минут. Нет, все-таки это возможно делать. Я думаю. Так, 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 так. Что же я хотел? Что же я хотел? А, собственно, вот это раскрыть. Чтобы дали нам пройти сцену. Это у нас кинотеатр. Предполагаю, да. Но похоже нам не дали. Не дали. Теперь можно пройти с вами. Надо будет напокупать. Чтобы больше было этих, как назвать-то их, надо назвать-то цветов. Открылось, чтобы больше. Так, ладно, заперли войков, наш план будет. Я буду ждать, когда маркет яйца за ними, и что? Да, вдруг она просит кого-нибудь другого. Это интересная картина, что за картина такая, часы. Представляете, часы. Казино Монако, казино Монако.
с роялем. Вот он и портфель, к которому пришли. Подушку. Обычно квадратную ложат. Деньги, рояли. Уши вас пугают, и вы ее спугнете. Да, там можно что-нибудь выиграть, а не просто сидеть. Так, и как же нам узнать, где этот Амур? Как он все-таки, как он любит вот этот тонкий, вот эти, чтобы на сразу нельзя было видать, только потом, когда уже знаешь. Так, 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 так. Голубь. Голубь. Камеры. Все-таки это тоже задействовано. Кажется, все-таки мало, что дает подобные игры. Вот эти, так вот, маленькие движения есть глазами. Больше приходится поворачивать голову. Так, головной платок. Тут не только карта и балуется. Арию. А вот она нас. Доспехи. У кого должны быть доспехи? Компас. Это компас. Не компас. Это пепельница, катер. Так, пять какие-то. Закавыки. Ага, тоже его видел, но что-то как запамятовал. Чего не нажимается-то? А было бы идеально. Когда уже все знаешь, особо голову не, ну, голову так крутишь, а вот с глазами нет.
удалился и надеюсь, что это мне поможет. Не крутя головой, нажимать. Разглядеть то, что надо найти. Ну, кстати, про правосудие. Это было соломка. Так, как она выглядит? А, вот она. Сигарета. Вот, пожалуйста. Мешочек с деньгами. Монетами. Да что ты? Так, а мечи где? Куда же без газеты? Хоть этого не ставили. Букву 7 вижу. Цифру 7. То есть. Меча горела на столе. Свеча горела. Паулин кувшин. Кувшин знаю. Паулин вижу. Да куда? Опять надо смотреть рекламу. Энергия осталась. Какой-то произошел сбой, и после рекламы потемнело, пришлось перезагружаться и опять смотреть рекламу. Как бы странно, там, которого вторая реклама, ужасный дизайн, кто-то так на скорую руку набросал. Картинки, и там, получается, оно должно быть... Механика такая, что переставляя предметы, составлять их в ряд, ну, типа три в ряд, но на самом, но принцип такой, что это в коробочках все. Какие-то коробочки или что-то такое. В то же время это вроде как называется Ханойской башни. Да, да, что-то среднее, что-то микс из этого и другого. Еще и этот добавили, странно. Решили. С картины, раз картину добавили. Может быть, они даже смотрели где-то, как обставлен интерьер в Монако. Путешествуют, в общем, они разработчики из того, что видят. Создают. Я же смотрю, какие рекомендуют, где мое видео рекомендуется. Вот я видел, как они там передают привет. Так, где же корона?
Корона твоя из клёна. Вот это в России. Па-па-пара-па-па-пам. Подкован. Пара-па-пам. Подкован. Ту-ду-ту-д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 у. Па-па-рум. Па-па-рум. Па-па-ра-рум. Надо посмотреть, починить. Зацепил музыку, писал. А, нет, Гладков вроде бы писал для бременских музыкантов музыку. А вот этот для Кавказской пленницы, когда по Вене Троицы, зацепил или нет? Появился у них. А вспомнил, кем и он, я его видел. Ну что ты будешь делать? И наконец-то мы до последней улики дошли. Жаль, что не так все просто. Что уже 10 минут, ну точно объявляется. Упомки нас заметила, да. Добрый вечер, у меня для вас подарок от имени заведения. Так, Юрия, что-то тут не так. А, ну так это, я думал, им что-то предложат такое интересное, согревающее. Они напьются, никуда не пойдут, контрабас. Какой контрабас? Контрабасе. А, невозможно провести операцию, потому что... Вместо рояля контрабас стоит. Корабль. Где же корабль? Где же желудь? Ты задеваешь меня за живое. Это не жёлт какой-то, жук. Вот. Давно желудей не видал. А
Казино, казино, казино. Ага, отвлекает нас. Ну что ж, на этом я смею с вами попрощаться. Пойду на оставшуюся энергию проходить, собирать звезды, чтобы, допустим, завтра уже с вами пройти финальную сцену и посмотреть, что мы насобирали из воспоминаний Джун. Античная там коллекция вроде бы называется. До скорых встреч.